Дэвид, что это? Папина старая камера. Кажется, я ее починил. Ничего себе. Это мой 7-й день рождения. Ого, ты видела? Что? Что-то странное. Ребята, посмотрите на это. Это запись с моего дня рождения. Мы все на нем были. Да. Смотрите. Вот здесь, в отражении, в зеркале. Это я. Моя футболка, мой рюкзак. Это стопудово я. Фигня какая-то. Вы слышите? Да. Это в мастерской отца. Какие-то щелчки. Ого! Офигеть! Это что за штуковина? Какой-то механизм. Проект Альманах. Мой отец над ним работал. Прототип временной передислокации. И что это значит? Машина времени. Что? Нужно ее собрать. Мы не сможем этого сделать. Но ты же видел там, на пленке с дня рождения. Мы ее уже собрали. Вы это видели? Теперь мы должны испытать ее на себе? Ладно. Все готовы? Ага. Зачем ты идешь к себе домой? Смотри, смотри. Нет. Это я сплю. Смотри сюда. Зацени. Тише, тише. Черт. Получилось. Это вчера. Мы путешествуем во времени. Это машина. Наш шанс. Устроим ей тест-драйв. Я вчера завалил химию. В какую группу входит силикон? Вы что, прикалываетесь? Не хочу оставаться на второй год. Я устрою ему день сурка. Углерод, азот, кислород. Зацени, Лу! Я сдал экзамен! Обожаю эту машину. Давайте сходим в кино. Я выиграю в лотерею. Покупайте Мазерати. Перед концом света... Хочу влюбиться. Дэвид, ты это видел? Такого раньше не было. Мы своими действиями запустили эффект бабочки. Мы должны вернуться и предотвратить запущенную цепь событий. Но мы не можем, ясно? Это единственный шанс. Это наши поступки. Я вернусь в прошлое и все исправлю. Все вышло из-под контроля. О, Господи. Ты задумывался, насколько это опасно? Откуда мне знать, что это происходит в первый раз? Я уверен, что смогу вернуться и все исправить. Дэвид, стой! Я должен найти способ вернуться еще дальше назад. Ты можешь погибнуть!